Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздник Святой Пасхи мы несем добро в каждую семью. Пекарни «Добропек». Добрые куличи и творожные пасхи к вашему столу. До сотни детей в год с патологиями сердца и сосудов, в основном врожденными, приходится диагностировать курским медикам. В случае обострения заболевания юных курян направляют на лечение, в том числе и оперативное вмешательство, в столичный регион. Бесплатно. Лечение абсолютно бесплатно, оно осуществляется или за счет высокотехнологичной медицинской помощи квот региона, или за счет обязательного медицинского страхования. Ежегодно вот отбирают около 40-50 детей, которые нуждаются в оперативном вмешательстве. Чаще всего это все-таки врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы. Но всегда проще предупредить болезнь или максимально рано ее диагностировать, чем потом бороться за жизнь малыша. Потому московские кардиохирурги снова проведут осмотр пациента в Курской областной детской клинической больнице. Количество детей с рожденными пороками сердца не уменьшается, а только увеличивается. И это не связано с какими-то экологическими факторами. Это связано с тем, что наконец-то нормальная медицина получила хорошие аппараты для диагностики. Есть пороки, которые мы просто наблюдаем, есть пороки, которые надо экстренно оперировать, и тогда мы направляем прямо сейчас в Москву. Поэтому вот они приходят и как неоперированные больные, и как больные, перенесшие операцию, им не надо ездить в Москву, записываться к нам на прием, мы здесь их смотрим. В рамках рабочей поездки в Курск медики из Москвы также проведут ряд диагностик и профосмотров взрослых пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.